Всем привет, мои дорогие! Давно не было видео о шмоточках, и сегодня я решила показать вам свои покупки, потому что собираюсь в отпуск. Конечно, это будет не скоро, это будет только в августе, но многие из вас уже прямо сейчас едут в отпуска, и так что может вам понадобятся какие-то вот эти мои советы, что где купить. И, конечно же, под видео я ставлю ссылки на те вещи из видео, которые вы можете все еще купить прямо сейчас на распродажах. И если вы собираетесь в такой же отпуск, как и я, в теплые страны, где можно сочетать пляжный отдых, ну, с активным отдыхом, то есть и до достопримечательности смотреть, и также на пляже поваляться, то вам пригодится вот это все, мои советики. И предлагаю вам также угадать, а куда же я собираюсь в отпуск. По вот этому набору вещей, что я вам покажу, вдруг вы угадаете. Вот, сразу небольшая подсказка, особенно вот на это смотрите. Видите, какие яркие цвета, да? Вот это худи, которое специально приобрела для поездки вот в эту страну, которую, я надеюсь, внизу в комментариях я увижу ваши догадки, да? Куда же мы собрались с моим мужем? Секрет, секрет, угадывайте. Так, и что? Начинаем. Что я купила? Вот. И, конечно, если у вас нет времени смотреть это длинное видео, то будет тоже у меня записан шортс. Я дам ссылку на шортс также, в котором вот эти все вещи быстро так промелькают, без никаких примерок, да, ну, без никаких повествований долгих. Для тех из вас, у кого совсем нет времени, у вас, надеюсь, найдется одна минута, ровно одна минута, чтобы посмотреть короткий шортс, что же я купила в этот отпуск. Итак, начнем мы, наверное, с этого костюма двойки. Здесь у нас блузка находится и мини-юбка. Смотрите, все еще сейл продолжается. За 57 евро можно купить вот такую прекрасную мини-юбочку из вискозы. И чем это хороша двойка? С тем, что можно снова же эту юбку носить с оригинальной блузкой, и у вас будет типа платья. А можно сочетать блузку с любыми шортами, с белыми, бежевыми, желтыми, какими хотите, шортами. А также эту юбку можно снова же сочетать прекрасно с топами, особенно с белыми. Я вам покажу также примерку. Вот. И, конечно же, почему я купила именно мини-юбку? Потому что занимаюсь очень много сейчас на похудение, крепление ножек. Ну, сильно ноги не похудели, но они подтянулись очень. И ушел целлюлит, и мне, наконец-то, хочется носить мини. Поэтому я купила вот такой костюмчик, сумка. И также я купила футболку. Посмотрите. И шортики. Футболка, как вы видите сейчас, на скидке. 35 евро. Здесь у нас не написана цена. Почему-то. Ну, я вам оставлю ссылку под видео, и вы сможете посмотреть. Шорты просто идеально сидят, при том, что у меня 40-й размер, а у них идеальная длина. Не сильно короткая и не сильно длинная. Кстати, про эту же юбку хотела сказать, что в магазине было платье с такой же прекрасной расцветкой. Я очень влюбилась вот в эти цвета летние, голубые, да. И было платье, но оно было немного длиннее. Ну, вот та длина меня как раз укорачивала и делала квадратом. И рукава там были буфы такие. Тоже, как казалось бы, должны прикрывать руки, но они делали меня шире. Сейчас вам покажу картинки. А вот эта юбочка, хоть она и очень короткая, и также и блузка, посмотрите, рукава открытые, она не подчеркивает, ну, то, что мне не нужно. Наоборот, делает меня, утоньшает и делает меня стройнее. Ну, прекрасно же, нет? При сборе в отпуск главным критерием для меня всегда является функциональность. К примеру, если я еду сейчас на 10 дней, я могла бы купить себе 10 платьев, да, разнообразных. И как дура их там гладить, да, и искать там, какое платье, какой обуви, какой сумке подойдет. Это очень глупо в отпуске. В отпуске не хочется про это все думать. Поэтому
В отпуске главное нам сохранить место, чтобы купить побольше покупок домой, да, и взять такие вещи, которые не мнутся. Видите, эта блузка, она не мнется, так же, как юбка, если увидели вы. И остальные мои вещи такие, которые функциональные, не мнутся, и не нужно задумываться, что с чем сочетать. Просто мы берем разные верха и подбираем к одному и тому же низу два разных верха, к примеру, и у нас хватает... Ну, в отпуск нам надо, грубо говоря, 10 верхов, а низов всего 5, да, чтобы хватило на все 10 дней. Ну, к тому еще мы можем на месте, да, купить что-то, да. То есть в отпуск нам главное взять несколько низов, которые можно использовать несколько раз, как вы знаете, и подобрать каждому низу пару верхов, да, чтобы просто топы легко менять, можно даже 2 раза в день менять какой-то топ, да, и при этом... Шорты, к примеру, можно носить одни и те же несколько дней. Вот так вот. Вот такая вам идея. И то же самое с этой мини-юбкой. Еще я шорты вот такие вот купила. Легкие летние в Заре. Они из льна. Тоже их легко, можно быстро простирать. Они вечером простирал, к утру уже готовы. И они тоже совсем сочетаются. Далее. Что хотела вам показать. Еще купила вот такие брюки в Заре. Брюки карго. Смотрите, тоже они не мнутся. Что очень нам важно. Потому что не всегда у нас есть время. Топ, смотрите, в Заре тоже 29 евро. Он черный. И он будет классно сочетаться и с юбкой, и с шортами, и с родными брюками. И еще вот такой топ я купила в Заре, смотрите. Мотив у него какой красивый. Мне он напомнил по мотиву, прям так, это турецкие огурцы такие, но напоминает он чем-то Dior, да. Тоже такой легкий, смотрите, недорогой топ, который под все подходит, под любые шорты, снова же, и юбки, и брюки, да. И к этому всему, что я еще купила? Еще вот такой короткий топ-бандо. Этот H&M я купила, уже у меня, видели вы, наверное, сторис, то есть шорт с этим топом, поэтому уже его мерить не нужно, вы уже его видели. Внизу оставлю ссылку. И еще, конечно же, купила еще один топ, вот такой. Очень красивый цвет, девочки, просто замечательный какой-то цвет. Я от него в восторге. Смотрите, как он освежает, прям придает румянца лицу. И еще я купила 2 купальника. Один вот такой недорогой совершенно, но яркий купальник. H&M. Вот такой вот интересный, с прорезями в районе груди. И второй купальник Sans Complex. Кстати, он для более полненьких девушек. Если вы хотите все закрыть, тут можно снимать лямки. И летом, которые можно просто носить днем, да, не только на пляж. И вот такие закрытые трусики. Но мне нравится, что он все скрывает, такой более закрытый купальник, а второй более развратный купальник. Уже когда я немножко подзагорею, смогу такой вот развратный купальник надеть. И беру с собой 2 сумки. Одну светлую и одну темную. Это и на вечер, и на день. И это просто везде ходить, где угодно. Сюда все влазит. Она очень вместительная. Вот сумочка. Вот такие шлепки от Зары. Которые можно к бассейну даже взять. Вторые шлепки Oran Hermes. Их можно тоже везде, куда угодно, и на завтрак можно одеть, пошлепать, и на вечер, и на день. Очень удобно иметь такие шлепки. Но, конечно, для еще большего удобства я также купила вот такие кожаные босоножки. Смотрите, которые мягенькие. Это просто, чтобы бегать днем везде. Думаю, еще, может, возьму и кроссовки в дополнение ко всему. Платье я купила. Всего 1 платье на вечер. Вот такое платье. Очень простое. Молочного вот такого цвета.
открытая. Тут кружева. Ну, очень простое платьице. Тоже на скидке его взяла. И заплатила меньше 100 евро за него. Но это магазин у нас, правда, он во Франции. Я показывала этот магазин, где находится. L'Ombre du Marc. Это утлет. Это платье наверняка уже не купить нигде. Это просто утлет по сниженной цене. Но это классика, и оно идеально на вечер. Поэтому я его взяла. И сейчас я вам запишу примерку этих вещей. Вставлю в это видео. Надеюсь, что вам было интересно, что купила в отпуск. Пишите обязательно свои комментарии. Буду ждать от вас также отгадки и вашей догадки, куда же все-таки мы собрались. Вот. Очень-очень вас люблю, жду ваших комментариев и жду в моем следующем видео. Всем пока, девчонки!